Расправиться с обидчиками мюнхенскому стрелку помогла всемирная сеть. 18-летний Али Санбали купил пистолет Glock и 300 патронов к нему в закрытом, правда, сообществе в сети, так называемом черном интернете, который власти не контролируют. После пятничной бойни в центре столицы Баварии власти Германии задумались об ограничении доступа к огнестрельному оружию. Вице-канцлер Зигмар Габриэль напрямую задал вопрос спецслужбам, почему психически неуравновешенный 18-летний подросток смог легко получить пистолет и патроны к ним. На бойню мюнхенский стрелок решился после того, как провалил экзамен в техникуме и не выдержали нервы. Решил собрать всех, кто над ним издевался в одном месте, и вендетта была продумана очень тонко. Он пригласил их через Facebook с помощью аккаунта вымышленной девушки в торговый центр «Олимпия», где и устроил бойню. Но пострадали совершенно посторонние люди. Санбали убил 9 человек, и большинство из них несовершеннолетние. Стрелок страдал психическим расстройством. У него был синдром дефицита внимания и в то же время гиперактивности. В доме нападавшего в ходе обыска полицейские нашли газетные вырезки про нападение, а также статью с заголовком «Почему студенты убивают?». Там были описаны случаи массовых убийств в учебных заведениях. Ну и среди погибших этот 19-летний грек, он грудью прикрыл сестру. Юноша и девушка отправились вечером в тот самый торговый центр, чтобы выбрать подарки родным и друзьям. К сожалению, они оказались на пути Али Санбали. Стрелок внезапно замешкался, и грек воспользовался моментом, оттолкнул сестру. Он получил 2 ранения, в результате которых скончался на месте.